Ну что, демонтируем два окна. Раз, два, три. Так, а вот у нас теперь открылся проем, который нужно будет сейчас доработать. Вот так он выглядит. И таких два штуки. В общем, вот наш проем готов к установке. Тут у нас, значит, утеплитель. Напыляемый утеплитель потом. Напылили. И сверху сига, эта лента пароизоляционная. Потом она еще, окно встанет и вот сюда еще завернется. Сегодня в Мизмае праздник открытия новых окон. Вот второе. Два новых окна в Мизмае. Как будто машину распаковывали. Распаковка. Доделали москитные сетки. Вместо отлива вот такая полоса. Мы закончили монтаж двух окошек века. В общем, нормальная пароизоляция, хорошая пена, классное окно с 40-ми стеклопакетами. Пристелить подоконники. Все прям огонь. Тут еще второе, вот оно.